И снова всем здравствуйте. Время 9. Мы полезли за яблоками. А яблочки уже кто-то снял. И здесь туманище у нас. Какой такой вот красивый. Утро туманное. Вот такие вот здесь краски. Зелено-желтое, какое-то непонятно бежевое, красное. Вот такая вот, клен такой. Какой он, канадский или как он называется? Всем доброго дня, ребята-демократы. Мы, как всегда, за опятами. Ребята-демократы любят опяты. Эти опяты, опятки, опятушки. Пойдут сейчас все на реализацию. Мы их вывезем на базар. В общем, их здесь вот столько. Вот такие вот они красивенькие у нас все. Один к одному. А если с этой стороны посмотреть? Ну-ка, посмотрим. Вот. Это все опяты, ребята. Они уже большенькие. А тут ковром прямо, не ковром, ковром. Вот листики мешают показать все это. Но тут я вам скажу, бурелом. Я там внизу еле-еле забрался. Ну, как-то так. Приступаю дальше. Будем косить. Не просто резать, а косить. Дедушка набрался грибов. Не надо. Вон сколько у него нахапал. А грязи ли? Смотрите, как здесь четко. Это осень, господа. Это осень. Да? Здорово. Мне тоже нравится. Всех с добрым утром. У нас рассветы и туманы. Солнышко сходит, а тут иней кругом, и холодно почему-то. Холодно. Вон все, роса сейчас будет. Пока поднимемся, это будет просто турбодель. Вот так. Ну, мы полезем вон туда, вон и вправо уйдем. Мы приехали вообще-то за грибами, но думаем, им хана. Но если они там под березой в траве, может быть, еще и живые. Проверим, сходим. 24 сентября сегодня, 19:15, в сумерках. Скоро через 40 минут потемнеет. Решил попробовать камеру, как она будет в сумерках показывать. Мне кажется, она еще даже лучше показывает. Ну, и не уверен. Дома буду смотреть. Ну, как-то так, спускаемся мы. Вернее, спустились. И у нас немножечко грибов. 7-8, сегодня 9 ведер. Мы 6 продали. Это себе набрали. Заморозки начинаются. Все. Наверное, последний раз. А может, не последний. Ну, как-то так. А там как будет выглядеть? Ну-ка. Вообще четко все. Монтана. Ладно, побежал я. Не матерись, пожалуйста. А я когда матерился? Ты слышал хоть раз? С твоих уст ни одного мата не вылетит. Вообще-то не у тебя матерки, кто? Так как, матерки как галки у тебя. Почему мы в эти леса ни раз не ездили? Смотри. Я тебе сколько раз говорил, ты говоришь, там нет ни хера. Ну не было раньше. А тут смотри, лесок какой. Вот под березой, вот здесь и свинухи должны быть, блядь. Они тут и есть.
Я-то знаю, что они есть. Я собирал их здесь. И грузди должны быть. Грузди, друзей не видел. Вишню пойдем есть? Нет. Да ее там нету. Вон она, рядом тут вишня. Я знаю. Откуда ты знаешь? Нет, ты не знаешь, что ли? Сейчас обратно поедем этой дорогой, заверни влево, я тебе покажу, где вишня. Так. Все, проехали. Ну что, ребята, я в Косогоре, как обычно. И у нас сегодня задача, не задача. Мы решили калины набрать. Вот приехали сюда. Сзади у меня калинник. Мы его уже подоили. И хорошо подоили. Но осталось еще чуть-чуть там калины. Экстренный вызов был. И вот такая вот калинка. Я ее забираю, я ее уже срезал. Она вообще обалденная. Вот такая красненькая, вкусненькая. О! И я ее куда кладу? Ложу. Вот сюда вот ведерочко. Вот такое ведерочко у нас калинки. Мы и напарим ее. И с медом наделаем. И пока она пусть лежит в сарайке. Вон там еще гроздья большие. Мы берем самые крупные. Там еще гроздья есть. Я с ним подойду, заберу их. И потянем домой. А может еще куда-нибудь свернем. Если что красивое будет, интересное покажу. А вот и донник белый попался. А рядом через полтора-два метра желтенький. Вот такой донник белый. Куст, ну, ростом почти с меня. Он мне по бороду. Вот такой донничек белый. Вот он. Красивый такой. А это рядышком братка его. Желтый донник. Вон его сколько много здесь. Но он мне не нужен. Я набрал. Это что? Попробуй. Ранетки. Яблочки нашел. Сейчас мы их оценим. Ну все, хватит мне. О, какие ранетки. Скоро снег упадет, наверное. Вкусненькие. Вот сюда мы забрались. Яблони натрясли. Калину брать не хочет. Вот такая калина цветом стала. И вообще тут дождь накрапывает. Надо бежать. Валить отсюда. Небушка вот такое у нас. Хмурая. И прохладно здесь. Всем привет, пламенный. Я на речке, на Томи. Пришел. Сейчас домой. Сел. Думаю, а что я сижу-то? Мне ж надо сбегать грядку проверить. Грибочков. Которые под топольники. Прихожу, смотрю, а тут есть. Вот они. Вот он. Подрос уже. Их тут. Вон он. Опачки. А вот махочка. Махочка. А вот тут. Опачки. О, какие они. Сейчас мы еще срежем и посмотрим, что у них внутри. Начнем с тебя, давай начнем. Все, я пришел поздно. Ну-ка, а дальше что? И дальше поздно. Вот так вот. Пробегал за опятами. Ну, я их наберу все равно сейчас помаленечку. Посмотрю, докуда они прогрызли. Нормально, короче. Или ненормально. Не пойдет.
А вот этот? Ну-ка иди сюда. Посмотрим. Ну-ка стой, повернись сюда. Все, финиш. А не, можно выбрать. Это вырежется и все. Так вот. Ну-ка. Чистоган. Все, можно выбирать. Надо приступать. Все, некогда мне с вами, господа. У меня тут лужайка вон какая. Осенняя. Тут целый ковер вот такой желтый лежит. Вот такой ковер желтый. Ну, осень, господа. Уже осень. Елочка у меня тут рядышком. А тут, ребята, вот такие поросята. Ёколы были. О. Ну, ему, наверное, тоже финиш. Сейчас посмотрим. Так, отрезайся. Нифига себе. Еще поди. Фу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, он нормальный. Хе-хе, иди-ка ко мне сюда домой. Вот такие поросята, ребята. Я пробегал по пята. Поросята выросли. И сгнить успели. Ну, будем искать. Вот в этом золотом покрывале. Может, что-нибудь и найдем. Я уже насобирал маленько. На баночку-то я себе по-любому наберу. Продолжение следует. Я себе уже накидал. О. Вот такие вот. Вот такие вот. Тут еще вот грядочка идет, идет, идет такая грядочка, 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 перегрядочка. Вот что я с них выберу, то выберу. Я сюда приходил, я их тут меньше собирал, они были меньше ростом каждый раз. А этот год я опоздал к ним, поэтому они у меня и вымахали вот такие вот. Зато собирать меньше будет, если их не гнилые. Сейчас вот этот больше всех мне нравится. О, какой большой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Почти. Все, косим. Ну, смотрите сюда внимательно. Вот всем хорош гриб, да? Вот, вот он. Вот я же его вижу. И вы его должны были видеть. Вот так, раз, два. Ну, где он? Ну, вот он же. Он? Он. Вот чем он отличается от листиков? Да ничем. Такой же желтенький, такой же хорошенький. Сверху. А что внутри у него? А внутри у него может быть душонка плохая. Ой! А мы сейчас узнаем. А он, по-моему, ништяк будет. Вот так. Сейчас середку выберу. Посмотрю. Если у него там есть червоточина, я его выкину. И все. И дальше искать буду. Вот где он тут? Вот такой. И вот. Я вижу борозду. Кто ее видит? Да все ее видят. Вот она борозда эта. Вот сейчас будем эту борозду разгребать и смотреть. Да что? Резиночку. Ну, сейчас сразу посмотрим. Ну вот они здесь. Им финиш уже. Хана. Это что? Это надо отрезать, смотреть. Тут что дальше? Ну-ка, 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 ну-ка. О, о, выкопал. Твою дарданеллу. Вот они. Два сидят тут, пристрогались. В общем, тут рыть все надо. Будем рыть. Раз надо. Речка. Рядом. Метров 30 от меня. Ну все, я рою. Погода. Не жарко, не холодно. Дождик моросит мелкий-мелкий. А я грибы собираю. Подтопольники, черт побери. Итого вот мой урожай. Здесь немного. Около ведра почти. Вот такие вот. А бабки, подтопольники. Не хватит.
мне хватит. Я их вымочу сейчас за 3 дня и засолю. И будем хрустеть зимой. Хрусь, 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 хрусь.